Всем привет! Сегодня суббота, хорошая погода. Мы решили отдохнуть с семьей на природе под Люблином. Вернее, это даже вроде черта еще Люблина. Есть прекрасное место, где можно приехать, покушать свежеприготовленной рыбы или же ее просто половить здесь, если посчастливится и вам улыбнется удача, вы словите рыбку. Здесь можно словить форель, карпа. Вот, вот такое прекрасное место. Вот за мной такой как ресторан, столики, где можно посидеть, выпить пиво, съесть рыбки свежей. Вот вы видите, тоже за мной там люди ловят рыбу. Мы тоже сейчас будем ловить рыбу. Надеюсь, что у нас это получится. Вот там видно наш столик, где овощи, фрукты. Мясо готовится, шашлык. Так что сегодня мы отдыхаем. Дима распаливает костер. И мы будем делать шашлычки. Оксана проголодалась. Я жду мяса. Оксана ждет мяса. Вот. Ну, пока мясо приготовится, я думаю, Оксана уже... не будет. Смотри, голодная. Сколько людей приехало рыболовить. Да. Велосипедисты сюда любят приезжать. Тут почти сюда идет велосипедная дорожка. От Люблина километров 20, наверное. Я сказала, что это еще черта Люблина. Ну, от самого города километров 20 мы ехали. Праведники называются. Да, тут дальше есть село Праведники. Вот. Надеюсь, мы что-нибудь словим сегодня. Наше миско. Вот у нас Дима ловит рыбку. Пока ничего? Вот такой глаз. Давай, 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 давай. Папа, добычу нам давай. Ой! Ой! Где она? Где она, рыбка наша? Папа рыбу словил! Молодец! Надо сачок принести. Сейчас принесем. Рыбачка Оксана забросила. Обещает словить рыбу. Сейчас посмотрим. Что это будет? Нам пришли гости. Они съели нашу кукурузу. Всю, весь прикорм. А сейчас результаты нашего отдыха. Дима словил одну штуку. Оксана словила 7. Полторы. Ура! Вот наша рыбка. Главное, чтобы сейчас не вылетела. В общем, в ближайшую неделю мы не будем в Польше голодать.